Ты не пустила, да? Сейчас поезд на посыралочку приступает. Люди ругаются. Ну, вот да, он 197-й ждут. Говорит, раньше же они ходили каждые 3 минуты маршрут. Ну, да, сейчас 30-40 минут люди простаивают на остановках. Ну, государство как выгодно. И не гарантия, что еще влезешь потом туда. Ну, конечно, это да, вот 155-й.